Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня с вами расширим функционал вот такой вот газовой горелки. Я думаю, что не каждый знает о таких возможностях. А что сделаю, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра! Не забывайте подписываться на канал, комментировать, ставить лайки, кому понравилось. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Кусок 25-й трубы. Далее этот кусочек зажимаем в тиски и начинаем его обжимать. Получилась почти ровная круглая труба, кусочек трубы. С краю сделал разметочку, закернил, сейчас просверлю отверстие на 5. Далее нарезаю резьбу М6. Приблизительно на одном расстоянии сделал разметку, также накернил, сейчас будем насверливать отверстие. У меня получилось вот таким вот образом, ну почти все одинаково, такой вот такая штука. Сейчас напильничком уберу все заусенцы внутри. Теперь вот с этой стороны мне нужно приварить гаечку на 12. Сделаю что вот таким вот образом, выставлю. И сюда же потом надо будет варить гайку на 6. Сейчас буду использовать гриндер. Гриндер у меня самодельный, если что. Хочу обработать вот эту нашу заготовочку, чтобы придать ей уже хороший вид. По итогу получилась вот такая вот красота. Кто-нибудь уже знает, что это такое будет? Ладно, расскажем дальше. Откладываем в сторонку. Есть у меня такое жало от паяльника. Старое валяется. Я его использовал не по назначению, а теперь вот пришел его и срок. Сейчас нарежем на нем резьбу шестерочку. По итогу получилась вот такая вот штучка. Теперь берем нашу эту штучку, берем гайку на 6, накручиваем. Ну, это чтобы можно было контрагаить. Теперь вкручиваем сюда. Берем болтик и закручиваем ранее нарезанную резьбу, чтобы можно было зафиксировать. Ну что, попробуем, запустим. Так, все загорается. Сейчас нагреется жало и попробуем что-нибудь запаять. Так, прогрелся, я его сделал на самый минимум. Там, видите, пламя вообще практически, можно сказать, нету. И попробуем сейчас спаять с вами проводочек.
есть, как видим, работает, все можно паять. Методом пром и ошибок выяснилось, что жало розень, да, то есть, которое вот здесь я изначально делал, но немножко похуже. Вот это другое жало, оно намного лучше паяет. Это жало можно использовать, вот я не знаю, давайте попробуем между собой пластик, да, спаять. Ну, просто ради эксперимента. Даже можно пламя поменьше сделать, чисто поддерживать температуру. Спаивать, конечно, довольно-таки глубоко, руками не разломать. Сейчас попробуем зажать в тисочке и стукнуть молотком. Конечно, я думаю, молотком стукнуть сразу отлетит. Ну так, да. Но все равно, это я просто без ничего паял, да, как бы. И то результат довольно-таки очень хороший. Так что берем на вооружение. Но делаем выводы. Из вот такой вот маленькой штучки получилась довольно-таки полезная вещь. Можно паять провода, можно также паять пластик. Делаем выводы, что тема получилась у нас рабочая. Что бы я немножко добавил? Я бы вот эту трубку сделал бы не 5 сантиметров, а сантиметров бы, может быть, 8-10. Я думаю, меньше был бы нагрев вот на эту трубку. А так, тема рабочая, на минимум газа. Сами видели, все работает. Кому понравился данный ролик, поставьте по лайку. Кому не понравился... Ставим по лайку. Ну, кроме шуток, друзья, кому понравился данный ролик, ставим по лайку. Обязательно комментируем, пишем ваше мнение, что можно добавить, что можно переделать, стоит ли вообще такое делать или нет. Вот, в общем, жду от вас обратной связи. Вас всех обнял, всем крепко жму руку. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Пока-пока.